привет! Всем привет! Снова мы с вами. С вами Александр. Марина. Да, это мы. Вы на канале «Из Приморья с любовью». Стеговая семья. 6 лет назад. Может, переназвали? Нет, подожди, я все-таки людям расскажу. Мы переехали из города Владивостока в город Калининград, поэтому рассказываем свое мнение, свои впечатления. Они могут быть спорные, вы, может быть, с ними не согласны, но мы показываем, как есть. Не тряси камеру, тебе говорят. Если вы хотите увидеть прямо красивые виды с квадрокоптера, то вам не к нам. А если Почему? Вы хотите услышать правду, я то вам могу к нам. Помнишь, раньше, как смс-ки отправляли, могу камеру подкидывать. Она пока будет лететь, мы можем что-нибудь посмотреть. Ну, то есть мы рассказываем о реальной жизни, о реальной зарплате, о реальных доходах, о реальных жилых комплексах и вообще о проблемах и о плюсах города тоже рассказываем. Так, ты глобально или мы про Тихорецкий? Это я, знаете, почему говорю? Потому что, ну, люди, очень много новых подписчиков появилось, они не совсем понимают, что мы показываем и рассказываем. Поэтому, если вам подходит такой формат видео, подписывайтесь. Итак, поехали. Нас попросили наши земляки, чтобы мы показали комплекс на ЖК Тихорецкой. Им купили квартиру здесь онлайн, заочно они сами не были. Поэтому мы хотим тоже погулять, посмотреть. Тоже первый раз здесь. Да? Ну, сразу предупредим, как у них на картинках на сайте, придется только баннерами вокруг дома закрывать. Ну, давай сначала по комплексу прогуляемся, а потом вокруг покажем, что есть. Погнали. Ну, вот смотрите. Это не ЖК Тихорецкий. ЖК на Тихорецкой. Это рядом, напротив. Да. Окна будете смотреть вот сюда. Можно вставить? Да, да, да. То бишь, я вам скажу, что, ну как, ну хороший спальный район Балтийский. Вот, ну, московский, вернее. Московский. Да. Ну, обычные дома. Вот здесь гаражный кооператив мы въезжали. Угу. Не знаю, может быть, у многих... где они сейчас живут, подобные сооружения, только нет таких новых домов. Угу. Ну что, погнали? Да, да. Ну что, поехали? Да, итак, ЖК на Тихорецкой, застройщик КСК, повторюсь, для тех, кто, может быть, первый раз смотрит нас. Не подумайте, что мы снимаем Невского, они чуть повыше тут дома. Да, расцветка точно такая же, как в наших домах. Мы живем сами в комплексе этого застройщика, ЖК Нурберг, на въезде Невского, начало Северной горы. А это московский район, но в такой же расцветке, красивенькой, оранжево-коричневой, приятный. Честно, если будете по нашим каким-то, вот, ну, не по нашим, а вообще по комплексам ездить, вот, допустим, мы вчера были, сколько смотрели, два или три или четыре комплекса, честно скажу, вот, обратите внимание, ну, как тебе сказать, как вам сказать, это нужно, конечно, ездить и смотреть, но качество строительства, оно отличается от... КСК хороший застройщик. От других, допустим, да, застройщиков. Здесь вот видно какие-то подвальные помещения, есть кладовые, есть же? Кладовые, да. Ну, с окнами, видишь, да, просто, да, что да. Это очень хорошо, что ты зайдешь, и у тебя не туннель какой-то. Ну, да, вот смотрите. Давай маленько вокруг. Ну, давай. Посмотрим. А про сам комплекс? Сейчас. Вот. Пока я начал. Ну, давай, рассказывай. Единственное, конечно, вот оно, КСК. Никак не может как перейти. У нас? Да. Ну, мне кажется, в 70-е годы как бы перестали по песку бегать в футбол. Вот. Ну, у нас же пляжная страна, ну, поэтому... то есть, да, тот же модуль «Стройград» уже, или «Калининград Стройинвест», они уже давным-давно делают обрезиненные площадки. Я просто к тому, что шин очень много бэушных, и их девать некуда, поэтому... Могли бы перерабатывать, к сожалению, песок. Да. Но зато сразу уж начал показывать, покажи, что вот я показал. Симпатичные, я уже прибавил. А входная группа? Группа вообще как надо. Как надо, группа высокая. Но только без козырька, как всегда. А зачем тебе козырек? Быстренько зашел, подумал. А нашел? Да. Вспомнил. Все пакеты разбросал, на пол все побросал. Давай, расскажи маленько про КСК. Ну вот смотрите, ЖК на Тихорецкой — это 4 дома 9-этажных, всего 513 квартир. Есть, правильно Саша сказал, у них кладовые помещения, они их продают отдельно, 15 тысяч квадратных метров. Стандартно от 4 до 8 квадратов, то есть можно подобрать кладовочку, в продаже есть. А вот квартир в продаже практически уже нет. То есть квартиры обычные, стандартные, эконом-класс, малогабаритки. Строили специально на продажу, поэтому большие не строили. У них эта концепция давно. Они планируют, проектируют одно-двухкомнатные квартиры. То, что продается быстро. Поэтому однушки проданы все, а двушки остались в последнем четвертом доме, вот где стройка идет. Там у них 4 секции. Первая секция уже через месяц сдается, и там есть еще двушки.
Мне сейчас менеджер застройщика цену назвала, 58 квадратов, 3900, что-то там с копейками. Вот. И есть в секциях, которые сдаются в первом квартале 22 года. Там есть и выбор даже несколько этажей разных. 53 квадрата, 3600 с копейками начинается. То есть вот такая цена. Слушай, Марин, да? Тут визуально видно, что кладовые открытого типа вообще все завалены. На балконе. Все завалены. Бесплатные кладовые, которые уже вошли в стоимость. Вот интересно всегда замечать, вот вроде сделано как в Европе, да? Но ты увидишь в Европе вот таких сильных мужиков, которые по такому песку могут так пинать, что даже металлическую эту, смотри. Загнули, да? Ее уже подставляли, наверное, сказали сколько раз. Да, так она выгнулась аж сюда полудругом. Видите? Да. Это наши. Вот поэтому наши в футбол играют хорошо. Только я представляю, когда они играют в футбол, тут пыль столбомная стоит, нет? Вы знаете, ребята, не обижайтесь, но вот мы замечаем, что вот есть приезжаешь в некоторые комплексы, а балконы люди используют как балконы. Для отдыха стоит столик, стульчики. Покурить. Пивка попить. Да, ну, позавтракать, кофе попить. А вот в некоторых комплексах, ну, прям вот у каждого завалено. Кирпичи остались. А пригодятся. Вдруг перепланировку буду делать. То есть люди приехали с регионов, не знают, как балкон использовать. Вам сделали панорамное остекление для красоты, для эстетики. Да, вот видишь, эстетика. Это? Берешь, заклеиваешь какой-то пленкой. Светоотражающий. Нет, не видно, это да? Не, вот там выше, видишь, там рубероид какой-то лежит. Вот. Ну, что делать? Я вам говорю, что вот да. По европейским технологиям строим, а живем. Как по-старым. Говорится, вы-то, говорит, в Америке живете, переехали в Америку с России, а Россия, говорит, из вас не уехала еще. Да, но вот, к сожалению, так. Ну, вообще, застройщик хороший, не знаю, мы рекомендуем, потому что у них несколько комплексов. Не подумайте, мы на них не работаем. Нет, да. И не подрабатываем. Еще, знаете, говорят, вроде как, но думаю, что, скорее всего, так и будет, вот на пустыре где-то с какой-то стороны будут строить детский сад. Когда будут строить, не знаю, и даже застройщик конкретно не говорит. Слушай, давай пройдем туда в конец, там какие-то интересные, скажи мне, электромобили вот эти, поезда. Давай. Интересно, они действующие или нет? Смотрите, вот подъезд здесь нам открытый. Повезло, подъезд открытый. Да. Смотрите, как симпатично. Ну, молодцы. Круто. Смотрите, заходишь автоматически, включается. Плиточкой стали, смотри, как делать. Зеркало такое. Смотри-ка, вот там такая анимационная подсветка сверху, видишь? Угу. Ну, лифт большой такой, грузопассажирский, наверное, да? Да, ну просто... Большой, видно, что не пассажирский, а именно... Действующий уже. 1200, наверное, килограмм. Ну, видите, вот это вот КСК. Да. Отгорожена вот эта территория, здесь колясочная. Да, безопасные двери стоят противопожарные. Угу. Вот лифт, посмотрим сейчас. Давай доедем до верха, сверху смотрим. Давай. Ну вот еще пока защищен, покрытие этаж. Закрыто, чтобы пока выполняли ремонт, не повредили. Покрытие потом уберут, когда ну, как всегда, куча сделали. Всего, уборка, мытье, стирка. Потолок такой симпатичный. Кстати, аккуратненько сделали это все, закрыли. Да. Некоторые детские. Сейчас сверху посмотрим еще. Поднялись на 9 этаж. Вот ну, здесь, конечно. Наверное, детский сад планируют, да? Вот расчищенный. На самом деле сейчас, здесь подожди, проблем... Сейчас, подожди, Зай, подожди. Давай, что подожди. Ты? Я чуть-чуть сниму просто, что сверху. Ну и так получилось, что подъезд открытый. Да, единственный. Вот. На самом деле? На самом деле мы сейчас прошлись по подъезду, там пахнет вот этот запах нового ремонта, новой штукатурки. Блин, это наркомания. Мы уже сколько квартир новых ремонтировали, заходишь прям, хочется опять новое купить. Жить можно хоть где, да. но в новом. Классно сделано, просто качество хорошее. Я к тому, что на самом деле проблем с детским садом, садами здесь нет в этом районе. В районе Минусинская, Киевская, там их куча этих детских садов. Школа та же, 46-я здесь ближайшая. Ну, тоже думаю, если не в эту, значит в другую какую-то попадите. Слушайте, ну давайте покажу вам маленько. Видите, какие уютные такие балкончики. Угу. Чуть-чуть приближу. Но имеется в виду, что они панорамные, во-первых. Во-вторых, да. Вот видите, некоторые так плиточки сделали, цветочки поставили. Молодцы. И вот просто выйти, посидеть, посмотреть, не знаю, воздухом подышать. Здесь на самом деле место-то такое, что как бы, ну не сказать, что так просто, как бы. Единственный, наверное, минус, это вот выехать туда. Но сейчас тут выезд-то есть. Это же, поняла, где мы находимся-то? Нет? Это вот заправка. Лукойл,
И вот мы выходим сюда к южному подвалу. Знаете, еще что немножко мне не понравилось, что для застройки вырубили деревья. Это же здесь зеленый район. Посмотри, соседние старые дома. Здесь не было деревьев, Зай, там болото. Болото, видишь? Да? Да. Его, наоборот, засыпали вот эту часть. Газончики-то все сделали, скамейки, смотри, сколько много поставили снизу. Ага. Слушай, Зай, извини, перебью тебя. А там по генеральной что там? Я не знаю. Ну, дело в том, что вот смотрите, видите, да, вот строительную дорогу проложили уже и поставили уже, видите, стоит машина, которая сваи бьет. Вот, видно, нет? Видно. Вот. Вот. То бишь там уже что-то планируют строить в ближайшее уже время. Может быть, это будет садик. Ну, вот, скажу, он бы сюда вписался очень хорошо. Да. Давай пойдем это самое за домом еще поснимаем, потому что, не знаю, беспокоить будут жильцов, а те железная дорога-то что-то. Ну, вообще немножко... Ну, хоть здесь и болото, но... Ну, на болоте лебеди. Здесь... Фишка прибалтики. Видать, чисто. Как там, помнишь, в этом сказке-то? Только лебедь ходит там, угрюмо. Да. А вот нас, это вот мне не нравится, что, нас увидел. Смотрите, возле самого комплекса такие газончики сделали, плеточка красота, но вот это-то что, просто бросили? Это знаешь, я тебе скажу, что, как тебе сказать, плохо, что застройщики, они, как тебе сказать, у них есть проект сооружения. Да. И все, и они сами не принимают участие. Вот их бригады там, кто-то делает тротуар, кто-то то-то, то-то. И они чисто вот на этой делянке выполняют роль только не озеленителя или какого-то там для улучшения рядом, а не только вот только то, что по плану. Нужно, да. То бишь, как тебе сказать, ну, можно было здесь, конечно, его и подкопать чуть-чуть, если это постоянно здесь. Так, ты хотел показать поезд. Поезд, ну а что поезд? Здесь вокзал недалеко. Вот. Давайте немножко расскажу нашим и подписчикам, и тем людям, которые здесь уже квартиры купили. Ну, это основная линия получается. Здесь вот южный вокзал, вот буквально, ну, недалеко вот здесь. Очень недалеко. Здесь очень удобно чем? Что в принципе, если вы даже без машины здесь вышел, по прямой прошел, вот здесь вот получается у нас этот Берлинка, мост, и получается у нас этот, скажи мне, отель Берлин, вот, и здесь вот Южный вокзал, недалеко. Ну, Южный вокзал это уже 5 минут, да. В центре. И там, по идее, как бы сейчас такие дорожки все хорошие. Даже мост сейчас отреставрировали, там сейчас проезд хороший. Хотя сейчас там сейчас на данный момент пробочка присутствует, но мне кажется, тут все неплохо. Самый главный минус московского района – это то, что если вам надо каждый день выбираться в центр на работу, ну, то есть если вы работаете, вы будете ездить в центр. Да, то ли на камеру смотреть, то ли под ноги, да? Да, не знаю, да. Так, давай выйдем на тротуар и там завершим. Ну, да. Еще из плюсов, что большое расстояние между домами. Зайка моя, прости меня, пожалуйста, я тебя постоянно перебиваю. Ну, работа у меня такая. Да, такая работа. Я же начальник. Просто у нас эмоции с тобой хлещут, и хочется все рассказать, поэтому друг друга перебиваем. Да не то, что перебиваем, просто они же накапливаются эмоции. Я начинаю что-то говорить, и ты. А еще тем более камера на нас смотрит, мы же вот, вообще начинаем кстати, работать. Кстати, еще по поводу камер, здесь видеонаблюдение везде стоит. У КСК у всех такая, как бы. Здесь управляющая компания, БСК сервис, как везде. Да. Ну, это, видать, участник застройки, угу. Поэтому здесь так и есть, так и будет. С одной стороны, плюс, что если что-то случилось, то по камерам кто-то что-то может посмотреть. Вот у нас однажды велосипед так нашли. Да, нашли. Нашли. Чужой. Вот. А с другой стороны, конечно, за все это платить будете. Да. И за видеонаблюдение, и там, есть подозрение, что они могут потом сделать заборчик, поставить какой-нибудь шлагбаум и платить за шлагбаум. Но пока вроде нет наметки, что что-то будет. Ревматизм какой-то. Из минусов московского района я не успела договорить. Самое главное, это что нужно выезжать отсюда проблемно. Вот мы сейчас ехали, получается, в промежутке с 8 до 9 утра. Ну, пробка на большой... сейчас стоит. Ужасно просто...
окружная большая вся стоит, выезжает вот от Атланты, с Карамзина, хоть там светофорчик сделали, а то не бедный выход отсюда не могли. Отсюда не видать, вот сейчас если туда пройти, мы сейчас шли, там можно было приблизить, еще до сих пор на Тихорецкой вот этот поворот сюда на мост, все стоит, и в город стоит. Хотя сейчас, наверное, часов 10, наверное, да, или сколько? Ну, уже 10 час, да, но еще люди 10. На работу не попали. Да, поэтому... То есть, если ездить, надо выезжать пораньше и приезжать попозже. А если просто здесь жить, ну, да, поэтому, жить. Как бы мы всегда говорим, что... Включить USB-кабель. Нифига. Не знаю, что она от нас хочет. Да, подключим. Это я руки меняю, на что-то нажал. А так, конечно, все хорошо. Строение очень классное. Да. Плюс, как вам сказать, вот эти подъезды, отделка на пятерку прям, молодцы. Лифт. На пятерку. У нас лифт не очень, потому что пятый этаж лифт не стали ставить. Поэтому... Но даже вот эти балконы общего пользования. Балконы общего пользования. Наверное. Ну, главное, чтобы из них не сделали место курилки. Отдыха. Угу. Да. И потом бычки не наших, кидали. Первоклашек, да. Угу. Ну, а вообще как бы неплохо. Строение очень аккуратное, цвета выдержанные, балкончики такие уютненькие, особенно вот эти ромбиком, да? Да, да, да. Вот. Ну и, конечно. Очень правильное построение, ну, то бишь расстояние от домов очень такое, да, довольно большое. Говорю, да, вот сидим и комфортно себя чувствуем. И что не 12, не 16 этажей, вот, да, девятки, да. Нормально. Вот все-таки 16 этажей это... Перебор. Ну почему не перебор, если это одноподъездный дом и башня не строят? А, ну да. Он как-то, да, вписывается, как, потому что, да. А если 16 этажей и такие большие... И 16 подъездов. Да, будешь каждый раз запоминать. Новые соседи? Да нет, мы снимаем. Да. Это да. Ну ладно, все, рассказали. Не знаю, мы даже показали. И показали. Мы не скажем, а покажем. Всем добра. Да, всем добра, всем пока, спасибо.